Здравствуйте, я хочу показать вам сегодня проростки из семян Леночки из Баку. Это арабикум, ее собственные семена. Я их привезла 23 июня и посеяла на следующий же день, 24-го. Какие-то семена проросли через 2 дня, какие-то через 3, но в общем этим проросткам около 2 недель. Кому-то чуть меньше, кому-то чуть больше. Я решила, что при такой жаре у нас было до 47 градусов, сейчас у нас 10:30 утра и уже 35, сами понимаете, какие лампы. Я поставила в притененное, как мне показалось, место и оставила вот так вот крышечку чуть приоткрытой, потому что побоялась. На солнце вполне вероятно, что и выше 50 было, не вполне вероятно, а вы видели, я яйца жарила на балконе. Это не шутка, действительно страшная жара была. Я единственное, что не обратила внимания, это место было притененным в июне. А так как греки говорят, солнце повернулось, но не солнце повернулось. Конечно, но это такое выражение существует. И с утра 2 часа в это место попадает утреннее солнце. Ну, с 8 до 10 оно попадало сейчас. И до 10:30 там есть солнце. Я не обратила на это никакого внимания. Обратила я это уже, когда семена проросли. Но убирать уже что-то было поздно. Притенять. К счастью, они не обгорели. Не произошло ничего страшного. Конечно, я не рекомендую поступать так, потому что очень легко можно сжечь растения. Но вот мне повезло. И мы сейчас можем наблюдать адениум, как практически в природных условиях. Вот этим росткам 2 недели. Посмотрите, и цвет у них, у каудексов какой загорелый, и листиков как много. Практически про природные условия. В природе адениумы, семена адениума прорастают в период дождей. То есть высокая влажность, проветривание и сильная жара, очень тепло. Вот у них получились практически такие же условия. Единственное, что я не подогревала воду, так как даже в комнате у нас вода становится очень теплой. Вот такие вот адениумы. Как я уже говорила, я прикрывала слегка, открывала немножко крышечку. Как только появилась вторая пара, начала прорастать, я совсем убрала крышку, увидела, что ничего с листиками не происходит. Теперь, наверное, уже буду потихонечку выносить их на большее количество времени, чтобы они находились на солнце, раз им так нравится. Ну, конечно же, буду опять наблюдать. Спасибо, если вам понравились мои адениумы, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал, отвечу с удовольствием.